Шайба под контролем омской команды. Чистяков. Неточная передача. Силовой прием против класса Дальбека. Кискомаров чуть было Акулова. Не отправил скамейку авангарда. Шайба в этот момент уже у Шелунова. И Шелунов в зоне ЦСКА. Здесь Соркин появится, и Шелунов лежит на льду. Да, и Комаров так проехал. Арбитры не реагируют на это, но Шелунов отправляется. Смотри, вот как ты, как центральный нападающий, объяснишь, что уже не в первый раз такая куча мала возникает на точке сбрасывания. А, очень важно, да? И две команды сошлись, и просто так до финала другие команды не ходят, у которых... Столкновение на красной линии произошло, и там пока не может подняться игрок ЦСКА. Там, посмотрите, еще потасовка возникает. Максим Гончаров и Светлаков.